Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и, конечно, случайные зрители. В этом видео мы познакомимся с кормом Tetramin Pro Crips, то есть с кормом чипсы. Конечно, мы сейчас пойдем и посмотрим, как этот корм едят наши аквариумные рыбки. Но перед этим давайте немножко все-таки на нем остановимся. Компания Tetra данные корма производит, естественно, в Германии, как и любые другие свои корма. Корм, естественно, полнорационный и подходит для любых тропических рыб. Единственное, что бывает еще чипсы XL, то есть крупные, эти стандартные, то есть для всех видов рыб. Чем они лучше хлопьев? Тем, что они значительно толще. То есть сами вот эти вот кругляшочки, они потолще, чем хлопья, и не так быстро тонут. Это в первую очередь актуально для тех рыб, которые едят, конечно же, с поверхности воды. Стоит отметить еще один немаловажный плюс, то что данные чипсы, такие чипсы готовятся при низкой температуре. Соответственно, много витаминов различных сохраняется при такой обработке. Помимо того, что сохраняется очень много витаминов, данный корм считается очень питательным. Также хочется отметить еще один факт, то что у компании Tetra при изготовлении кормов есть запатентованная технология, Bioactive Formula так называемая, которая поддерживает здоровую иммунную систему аквариумных рыб. Также этот корм содержит пребиотики для улучшения функциональности организма и переваривания пищи. А также хочется сказать еще немножко о составе. В состав входит рыба и побочные рыбные продукты, в принципе, как и во многие другие корма. Зерновые культуры, кстати, тоже входят, хотя я не знаю, зачем они в принципе здесь нужны. Экстракты растительного происхождения, белки, дрожжи, моллюски и раки. Также входят масла и жиры, водоросли, наверное, все-таки водоросли, имеется в виду спирулина именно. Ну и питательные добавки. Сырой белок здесь, кстати, добавлен 46%. Сырые масла и жиры 12%. И сырая клетчатка 3%. Ну и влаги здесь практически нет. Влага здесь составляет всего лишь 8%. Ну вот, в принципе, и рассмотрели мы данный корм. Я на самом деле пользуюсь им уже давным-давно. Все хотел сделать на него обзор, никак не получалось. Но вот, наконец-то, руки дошли. А теперь давайте посмотрим, как этот корм будут есть наши аквариумные рыбки. Ну что ж, как видели сами, данный корм рыбки едят достаточно неплохо. А за счет того, что корм не так быстро тонет, и вода не так быстро пачкается, портится, соответственно, и уменьшается вероятность появления водорослей. Что тоже немаловажно, особенно неопытным аквариумистам. У меня на этом все. Всего вам доброго. До новых встреч в новых видео на канале ПАР. Пока-пока.